Итак, ребята, очередная распаковка товаров. Ну, в общем, нифига ко мне не относящихся. Я решил вскрывать так вскрывать. Надеюсь, ничего не поврежу очень глобального и нужного. Запаковано интересно, вы видите. Надеюсь, я нужный ключик нашел. И надеюсь, вещь, которая там внутри, специально говорю с ошибкой, можете не поправлять, не повредится. Пленка явно такая же, как в аэропорту. Если кто-то запаковывал там за денежку. Там, по-моему, таким же белым стрейчем запаковывают. Блин, проще отрезать. Хотя не факт. Надоело крутить это все. Блин, жестко запаковали. А я знаю зачем. Чтобы ты в процессе распаковки сам все помял, и потом бы не докапывался, что тебе прислали мятое. Потому что помял сам. Румба. Де-Жанейро. Ой, почему Де-Жанейро? Там самбо Де-Жанейро, тут румба. А, подожди, можно не открывать. Можно вот так сделать. Ничего, что я к тебе на ты. Чую на ощупь эпоксидку. Да вылезешь ты. Вот она. 5 штучек из эпоксидной смолы. Обезьянка. И что-то там еще лежит. О. Это, я так думаю, презент. Интересно как. Кто догадался, что это? А главное, зачем это? А еще зачем это? Теперь рассказываю. Вот это не очень-то зачем. Это, походу, просто бонус. Это место, где может бегать эта обезьянка. Тин-тин-тин-тин-тин. На самом деле, конечно же, не так. Вот так. Не что иное, как подставка под благовония. Обезьяне в зубы нужно что-то вставить. И она это держит. И это что-то горит. Перевожу. Палочки специальные, которые при сгорании издают запах благовоний. Когда горят, вот сюда падает пепел. Так. Ладно, черт с ним. Отсюда типа его потом просто промыть. И вот обезьянку тоже вместе с палочкой снимаешь, вставляешь ей в зубы, ставишь ее сюда. И магнит ее держит. Чтобы мне такого ей в зубы засунуть. Не, диаметр тонковат, не вылезает. Но я думаю, вы догадались. Благовоние мне жена не дала. Они у нее где-то отдельно, вот этих палочек. То есть вставляете в зубы, ставите, чтобы при вот таком вот просмотре у вас палочка шла ровно по центру канавочки, поджигаете, и она горит. Вот такая вот приблуда. Кому это нужно и зачем это нужно, это вопрос не ко мне, но жена захотела. Пожалуйста. Всем спасибо, всем пока. Если кого заинтересовала такая же штучка, само собой, внизу под видео, в описании, будет ссылка на приобретение. Всем чао.